писать на лане на единичку, у тебя будет на панели всего одну кнопочку прокусить, все. Да, выбираешь своего напарника и кусаешь. Сейчас я все объясню, в принципе. Слейте на Луну, скальпер, звездочку, гробу, печеньку, Void Spirit, ромбик, ультимортер, трусы, гробот первый кинешь. Ой, гробот, блядь, скальпер. Создайте контент, убейте. Маасуха не убейте, таргет не убейте. Гаммер, да, конечно. Звездочку будет убить. Разуран, точнее, танцы могут. Влад, ты тут? Там просит заменить. Кого? Шаман. Давай, давай. А, ну будем, да, в принципе, не свободен. Дай лутеры. Не. Зачем? Кольцо тебе дам. А, кольцо? Какое кольцо? А. На танка боешь. Зоркий рога. Вагонетку суманите. Ура, две ауры сразу.
Так. Да, да, танк Райгар, вот туда спекнись. Блять, что на нем надето? Что это за инвалид? Что это за пиздец? Где? Это ублюдок чисто пришел какой-то. Танк один. Чё ты не ублюдок? Ты посмотри, блядь, на это что-то одел. Ты рыбу разделал, и тебя чешуя, блядь, выспалась или чё? Проснись, ты обошрался. Вот, блядь. Так, он снял этот ублюдочный шлем, уважаю. Рейгард, Блейдмастер и вагонетка в этом танке. Блять, сейчас релок. Релот. Метки поставлю. Так, диспатч на меня напулишь. Я укушу Эксона. Нет, Лоликса. Лоликс это рвет. Лоликс укусит. Сейчас посмотрю по рейду. Я давай. Да, Рейгара Лоликс укусит. Я укушу Эксона. Сейчас прогрузится у меня. Ой, я Гандера. Сейчас прогрузится, посмотрим. Он в хиле. Гандер в хиле, да. Так, весь рейд стоит, во-первых, в звездочке и в ромбике. Сначала стоите все в милизоне в звездочке. И разливаете лужу вдоль стены. От этой звездочки по вот этой вот о стене вы ведете. Я, блядь, поставлю. Вот по вот этой стене вы вот так вот и разливаете лужу. Если здесь уже есть лужа, вы бежите рядом с ней. Не по ней, рядом с ней. Если есть две лужи, по третью и вот так вот и разливаете. Ники буду называть, но сами тоже смотрите на это все дело. Когда будет пакт, связывать вас, троих человек будет связывать и взрываться, так тут сбежаться надо. По укусам. Потом после летной фазы в ромбик пойдем, там все вместе стоять и поливать, лужи поливать по той уже стене, по противоположной этой. По укусам. Я укушу первый Лоликс, Лоликс укусит Эксона, ой, Рейгара, я укушу Эксона. Потом я укушу, кто у нас тут еще, Аргурана, Лоликс укусит Кинезиса, Эксон укусит Ультимортала, Рейгар укусит Диспатча. Да, Диспатча укусишь. Там уже просто как пойдет дальше. Геру я скажу, когда дать. И, в принципе, все на этом. Ганлер. Все, идите, ловите зеркало. Это было неразумное решение. На мне укус, я... Сталин, выбежал. Так, вы вот специально... У вас какая-то мания ДПС или что?
выпрыгивать в начале, блядь, чтобы поймать и пуш, блядь, пешню. Ганнер выбежал. Тебя пушу через 5 секунд. Зачем меня ловится кусан, скобьет? К тому же меня и экстрен. На пульте на вагонетку. Блять, зато ранцу. Сейте на выбежал. Ева, ну куда ты вот сейчас? У тебя не получилось. Вам такое. Ой. Диван, повесить кому-нибудь. Вот как. У тебя не получилось. Сейтина, забеги в лужу, умри, пока диван не спал. Сегодня не спал, а его один сильно убило. Вагонетка, поднимешься, в тело не покидайте. Я если гибельный положу под укусом первый, там типа по херу вообще на ком укус будет. Он будет просто по полтиннику отрывать за каждый тик и все. Поэтому что РДД, что не РДД, у меня один хим будет урон на летной даже фазе выносить нормально. Блин, и сколько? Раз в 6 секунд тикает? Ну вот хосты. Кого уж там раз в 6. Раз в 2, наверное, 5 секунд. Ну плюс-минус. Быстро тикает. Не, я имею в виду базовый. А, база на хуй не знает. Ну это надо все с хосты убирать, мне даже не нравится. Не, написано, да? 90 секунд просто тикает. Сколько стоит? Непонятно. Дебаф раздайте. Каску. Разбойники. Вагонетка, истерию на Райгара кидай. А что такое? Ну, питам его. Питам. Че на пол даю? Ганнер, таха, вагонетка. Сейчас таха похавает. Лапу дайте. Ничего. Назвать выбежу. Туда же выбегаем где?
упадет, может, в следующий куда вынесет, в нашу страну. Сталин выбежит. Четко вообще. Скальпер выбежал. Вообще прям как художники нарисовали. Да. Робот, на кого сейчас прокнет тени, на него антифир кинет. Тотем ответит, а шаман поставит. Скальпер выбежал. На него антифир повесит. Разбежали, создали дистанцию. Сейтина уходит Спиритус, Гин на ТП. Ультимортал на ману Гин. Начинаем представление. Какая жалость. Надо подождать. Как вам такое? Убежали. Правее, встаньте, рейд. Эксона укусили? Нет. Я фокус, что будет. Рейгар выбежал. Ой, правее. На звездочку перейти. На звездочку. Эксон. А что так поздно укусили-то? Я лолик с первого укусил. О! Я блайнд не дал. Ультимортал выиграл. Ой-ой-ой, блядь, сейчас бегитесь. Под там третий подай. Можно его убить? Да. Ну, милик, убивайте его. Все равно босс не убьет. Что на него смотрю? Сталин, дай. А, нет, не успокойся. Сталин, БР, антиспача. И любого вообще ДД. Геру дайте. Лизону просто убежали, Геру дайте. Джедай выбежал. Внимательно смотрим, все нам хватает. Сова, да, Иннер, шаман. Гоствар выбежал. Пиздец, нахуй. Два ляма, да, то есть. Пиздец, прям по 3 секунды. Всё, блядь, щит, нахуй. Есть кто-то. Блять. Сейчас я дам.
Этот есть там осколок, Влад? А, все вижу. На печеньку. Один железочек на книжный. Подождать. Обнажите клыки, соратники! Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни! Прибыли наши герои! С их помощью вы пробьемся через зал! Выманите их сюда, и мы вам поможем! Чегип с квестиком первый убиваем, вагонетка пошел. Ой, блядь, на кинезиса напылил. Давай. О, бля, ловите нахуй. Я снял. Дай на укус. Фокус брал просто. О, пипец. А без напыла никуда. Слышно меня? Да, да, слышно. Щит отдам будет мастеру. Зачем? ГП, ГП вообще фиги. Да у меня, в принципе, плюс-минус такой же. А ему нужнее. Тебе ЗС танчить с оком. А он там, знаешь, их нюансов. Он плюс-минус, но отдал их все. Ну как бы нормально, пацан танчит, что не отдать-то. Мне он сильно ничего не даст, а ему хорошо. Имею в виду, что там ИП там по всей фигне этой. Не, я ж так отдал, одному человеку нужно было. А? Охотница, да. Ну, я тоже хочу, да. То, что вот этот действующий щит. После смерти. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом.
Ники. Хочу согреться после смерти. Когда не мог дотянуться до верхней полки. Теперь меня ничто не спасет. А почему, кстати, Ультимортал так меньше, ну, он же там, считай, бисовый, да? Этот прям блатно одет, а дамажит так мало. Чего? Почему Ультимортал дамажит так мало? Он же бисовый, грубо говоря, не? Да, не дамажит. У него 2-5. К слову, я еще не видел. Ну, бисквини, но я еще не видел бустов, чтобы... Ты видел у него первая када, сколько усилков, сколько брюлей, он... какие офсет, у него 284. Нет, ХП сам по себе не дамажит. ХП сам по себе не дамажит. По-любому, да, вот такой вот бисовый офф-шмотки, дофига усилков и бисквини, они любой дадут 20к. Ну да, это в чем проблема. Трэш сзади. Думаю, что так мало дамажило, я стою, короче, с щитом, с одной ручкой там как-то сидит. Ну, палата. Штейну пустить меня на опыты. Так, Блейдмастер слева, вагонетка справа, держите трэш. Портал Ганлер плюс. А, так, блин. Кому лучше, шаман, наверное, пусть. А, шаман пусть. Ганлер плюс шаман, портал, кинезис на себя наденет. Доспехи бога.
от босса встанет, через него хилить. Таха, можешь не через него хилить, у тебя смысла нет, цепная все равно будет кидать. Блэйдмастер. Эксон Сталин. Давайте, запускайте. Нету МК ни у кого магов. Всего, все спекнулись во фростов своих. А маги с ним херали спекнулись. Он фаер. Он ФФБ. Че свои маги, че я сразу, конечно. Давление убейте под боссом. Толстого вагонетка забери. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Давление с левым мобом. За боссом. Погром слева. Гравитет. Зомби с хила заберите. Слышь, я покинул дела. Шини БР, не Райгара, Сталин БР, не Диспатч. У нас Гандлер лежит. А, Гандлера ДБР, не кто? Сталин. В инвиз зайдите, мы срезом, да. Я не смогу это сделать, у меня батон не будет повести. Ну, маги могут через инвиз. Ну, сделай. Одного человека поднять? А, вот и все. Ну да, подними. Там вы найдете спасение. Покажи, как надо. Вот, шаман, видишь, для тебя упал. Погром. Справа, красками паладин избейте. Не тянулся. Или отменено было в конце написано? Нет, я тебе отвечаю. Любой маг, идите в инвиз, если можете резать. Я в десятки раз, сто раз резал так. Подавление справа. За боссом. Толстого перед смертью его масуки кидайте, чтобы на хилов не побежали. Там погром выше. Идите погром слева. Приоритет. Чего все? Гандлер. Сколько стаков? 23. Так, 36. Скажешь, когда Геру дать? Таха сам может ждать. А, ну нет, я Гандлера забыл. Под Гандлера поставили. А, они уже походу, блядь. Прохиливайте быстрее, подавление убейте быстрее. Слева погром, справа погром. Череп поставил мне. Приоритет. Я пока не могу прочитать это заклинание. А нет, не надо. Это заклинание еще не готово. Червя заберите с него. Гандлер, сколько стаков? 33. Еще один портал и Геру до штаба. В принципе, вы уже можете. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Еще не готовы.
Зайди в портал, лутани, Венли. Приземлитесь, Гер даст Геру зашибить. Слева кругом, чекер там. Залейте, залейте, сейчас Гандера убьет. Там вы найдете спасение, герой. Я излечилась! И Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! Ой, блядь, сейчас РДД свою видео. Да сейчас дрочить будут, ух. Ноги никому не надо. Просто все будут этот, спину ролить. Таха, я думал, у тебя такая же на самом деле. Мы с тобой сколько в заходили. Таха, за ЕП бери. Так, чё у нас? Едай, Гоствар, Ирайрен. Упал сервер? Ну, давайте. Мишка. Так, сейчас начнем. Что, бурфа уже не будем допинывать. А, так, сейчас. Портал в Далран поставьте. А, бурфа сейчас уже, блядь, тяжело. Смысл было бы полчаса еще хотя бы времени до РТ. Слушай, ну дай, может, типа, вообще на продолжение. Типа, а? Да, нет. Че? Ну, типа, РЧ на продолжение. Да, нет. Какой продолжаем. Физически не хватит просто на продолжение, на профа. Минимум одного человека нету, ультимортал ушел. А мы там четвертый ката хотели помочь. Да, четвертый ката. Влад, мне ГП должен накинуть. Сейчас я накину, подожди. Я ж накинул тебя, ГП. За спину нет. Ты спину забрал, гнилой человек. Вагонетку кик. Сейчас я начислю. Мундочку. Блин, на перроны. 200 плюс... Сколько боссов убили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. За Альянс. Девять. Босса. Три квартала закрыли. Боссов. А, нет. Два квартала. А кого еще сначала не было? Только вагонетки же? Ох, Нана был. Ох, Нана была. А, вот здесь. Там другой паладин, значит. А, Деменстейн. Сейчас тоже уберу. Так. Оп. Пех, Деменстен, вагонетка. На скольки боссов был? Два босса, да? Вот. Раз. Деменстен на ком пришел? Деменстен 4. 4 босса. 600. А, ну тебе я за конец арты начислил, да? Все равно четвертую кату. Кому там нужна была четвертая ката? Все в муте, не могут сказать. Я уже размечил всех.
Вроде на третью хату там. Ну, третья хата. Все, никому не нужна. Не, ну ты смотри сам. Нет, да давай сделаем, что? Пока народу дохнем. Они этот... ЕП лутануть хотят, блядь, за помощь. Понимаешь? ЕП! ЕП! Не надо кому-то, я просто помогу. Это всегда говорю. Не, ну... Это в правилах гильдии. Нет, просто надо, нет, если нет, то это, я ливаю, как бы, я на сегодня наигрался, аж глаза сейчас вытекут. Народ, кому нужно было помочь с катой? Последний раз спрашиваю. Пишет вот Спиритус. Это вот Спиритус ассиста дал по спаме в ЛПГ. О, может, Влад. А. Собирай рейд в лес. О, лес, блядь. Да, сейчас тупо. Пойдем 30 ЕП полутаем в лесу. А? А что ты Аргуран, ну ГП не накинул, что ли? Кому? А, Аргуран, блядь. Да, тут схуяли, блядь, флеш еще. Вообще, что за тема, блядь, спеки менять, я понять не могу. Этого фроста плащ, но... Какая разница, ты в каком спеке? У меня же, блядь, пукан гореть начинает. Фрост. Я вообще в Энхи играть начинал, ничего, спекнули в рестера, хожу в рестере. Ты начал фроста делать, так одеть до конца, ёбан, или в каком-то спеке бегал. Нет, ты, блядь, спек меняешь и лутаешь. Чё за нахер вообще происходит? У меня стоит спина на дух, эта спина на крит, понимаешь? Ну, дух. Там пойми, ладно, хуй с ним, я там... Там же по людям еще до хера кому надо было это все. Так тебе он на особо мейн... роли никакой не играет. Так, он на мейн... ДПС у тебя гора не поднимет. Да, процента 2 крита потеряю просто. Ну, ДПС же не поднимет она тебе особо до хера. Один косарь поднимет, если я спек сменю. Да похуй, короче. Я мог бы тоже занизить, просто мне она не нужна. Пизду. Так он... Саш, ну вот он. У меня тоже спина с духом, я бы скелетон взял тоже. Понимаю. Чё там мы вообще куда-нибудь, чё там, идём помогать, нет? Да-да, лес идём кошмарить. Ой, Спиритус, блядь. Помнишь, ищешь третью кату? Я курить, если чё, присумоньте. Спиритус. А, ну там гроба тоже бежит. Ну, блядь, все равно. А чё, кого? Ну, сейчас он сманется. В лес идем? Ну, в лес пойдем, пойдем. Я бы спать уже пошел бы, на самом деле. Сколько тут человек вроде запинается, ёпта. А мы дракона зерганем, интересно, это? Дракона не знаю, но того босса мы точно зерганем. Я бы и дракона, блядь, за кавиханском. Да, я бы тоже бы. Шапалаха прописал бы. Да, ассорти просто, шапалаха. Да еще его можно и шамарнуть, и луцкнуть, да, вы об этом видео? Да. Просто выключить его, блядь. Нихуя не падает же, да? Ух, нихуя себе, на аукционе, чёрная пятница. Чё там продают? Я уже все купил. Ну что было-то хоть? 10 стаков осколков по 20 голдов. Да он обычно по 60. Чё за осколки? Да энчанта. Я думал, эти на шеем осколки я бы повесил себе сейчас. Да. Где? Повесился, говорит. Да я в натуре тебе говорю.
парни рубят, я оф. Давайте, давайте, тут никому обязательно не надо сидеть. Уже все, вы ЕП полутали, вас ничего не обязывает, в принципе. Все, пока-пока всем. Давай. Давай. А, алмаз оттуда, тоже с черного рынка, еще скажи. Какой, чего? Ну, вон, алмаз. Ладно, давайте, ребят, пойду я за арбузиком сбегу. Это кто сейчас говорит? Данил Кинезис, да. Да он уже встал. А кто нас в лес будет сумонить? Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, плати бабки. Кого?